Еще об одной новинке я хочу рассказать. Сделана она по моей просьбе, чтобы накрывала уши, потому что для меня как раз было в данный момент очень важно. Я заболела свиным гриппом, и осложнение было на уши. Я буквально оглохла. И я все время думала, в шапке не хотелось, все время как-то жарко. Я все время думала, как жаль, что нет ничего, чтобы прикрывало уши. И вот придумали такую совершенно потрясающую повязку. Внутри находятся микросферы. Когда вы ее получите, вот эти микросферы будут отдельно. Это их нужно будет положить в этот чехол. Вот, это чехол, который стирается. И посмотрите, как хорошо одевается на голову. То есть вы одеваете, и у вас закрыты уши, закрыт затылок, шея. Очень хорошо вообще спать в этой повязке, очень удобно. Можно даже на улице ходить. Вот так вот волосы сделали красивенько, если у вас стрижка. Вот, и себе спокойненько ходите по улице, очень красивый головной убор получается. И в то же время она имеет такую форму, эта повязка, что просто необыкновенное для шеи. Посмотрите, вот вы одеваете, вот вы видите как? Закрывает шею, закрывает щитовидную железу, бронхи. Вот по сих пор микросфера, липучка всего лишь вот эта часть. Абсолютно приятно, необыкновенно пухленькие такие. Вот. И вы можете носить как шарфик. И если вы носите как шарфик, то вы фактически абсолютно защищены от заражения. То есть ни микробы, ни бактерии к вам не попадут, потому что здесь отражается ваше собственное излучение, и вы в таком потоке находитесь стоячих волн, через которые не проходят микробы и бактерии. Вот моя подруга ходит в таком, в общем, воротнике 3 года и не заразилась ни коронавирусом, ни гриппом, хотя ей уже за 70 лет. Поэтому вот эта вещь очень полезная в осенний-весенний период, вот этот переходный, когда очень часто мы заболеваем, летают различные вирусы и бактерии, вот это вас защитит. Ну и если вы уже заболели были, то вы одеваете, и, естественно, это все купирует процесс и не дает развиться, опуститься в легкие, заболеть гайморитом, чтобы вы заболели, осложнений не дает и так далее. Вот. Я делаю несколько такую странную вещь. Я не защищаюсь, когда работаю с людьми, и поэтому заразилась 7 видами коронавируса. Я, правда, не вакцинировалась. Вот, собственный иммунитет развиваю, чтобы он боролся. И даже свиным гриппом недавно успела заболеть. Но благодаря микросферам я все эти коронавирусы спокойно, без больницы, дома, с прекрасным кислородом. Естественно, что у меня температура, все было, но все проходило, потому что микросферы помогали организму самому справиться. А потом у меня было огромное количество антител, когда я сдавала. Так что эти предметы помогут вашему иммунитету великолепно работать при любой абсолютно инфекции. Итак, желаю вам быть здоровыми!